Ну что ж, я хотела посетить музей Салтыкова-Щедрина. К сожалению, он закрыт, но там идет ремонт полным ходом. Надеюсь, что все восстановят и откроют музей. Это находится в переулке Салтыкова-Щедрина. И улица Салтыкова-Щедрина здесь есть. Он здесь долго был, какое-то время был городским головой. И вот в честь него сделали музей. И выхожу я на набережную Степана Разина. Вот. Вот такая набережная, очень зеленая, красивая, но опять-таки малоухоженная. Ну что ж, это все ничего. От города впечатление создается очень такого русского города. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Ну вот я вышла на берег Волги. Волги реки. Издалека долго течет река Волга. Вот с той стороны монастырь. Вот, а я сейчас пойду по набережной вдоль реки Волги. Очень хочется ладони опустить. Вот. И с удовольствием бы туда и пятки опустила, но сейчас посмотрим. Говорят, что здесь есть даже где-то городской пляж. Вот. Вот такая Волга. Видела я Волгу дважды. Когда летел на самолете с высоты 7000 метров где-то приблизительно. Тогда она была ленточкой совершенно тонкой. Вот. А вот так вживую я ее, конечно, не видела. Чайки плавают. Вот они, наверное, меня звали на Волгу. Здесь не все просто так. Вот чайки кричат, на Волгу зовут. Ну, красиво, конечно, непередаваемо. Красота такая совершенно... такая спокойная русская красота, равнинная красота, красота, ну, в общем, красота. Сложно это описать, надо видеть. Скромная красота, скажем так. Нельзя сказать, что это какой-то пышный город после шикарных дворцов и домов Санкт-Петербурга. Тверь, конечно, такая очень скромная. Наверное, купеческая была в прошлом. Сейчас торговая, может быть. Не знаю. Но здесь очень здорово.